сколько она стоит? Ты видишь, как оно изнашивается? Лучше вот такое уж, посмотри, вон то, натуральную кожу. Поставить на втором этаже красиво было, да, у нас в таком дизайне, а то всю мебель старую убрать, и шкаф тут не нужен страшно. Например, комод, и вот это 100 раз лучше вот это выглядеть будет. Например, на комод поставить этот телевизор, я вот это вот вместо шкафа все белье сюда сложу. Чем газеты там валяться будут, могли бы сюда газету составить. Сейчас вот, когда делают ремонт, вечно кладут вот эти вот такие шкуры. Бабушке комнату такую постелить. Ну, такие подушки удобные, вот эти. Ну, он большой, наверное, для нашего, да, этого веранды. А может, и ничего. Ну, прикольный такой.
Ну что? Все, пойдем. Ну, мне тут надо в мебель на них смотреть. Здесь маленький вот так. Иди-ка сюда. Здесь маленький вот. Иди сюда.